гордию знамени победы и флаг военно-морского флота несут знаменные группы отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. Вторую группу сопровождает рота подземного караула под командованием гвардии капитана Сергея Карапулова. Рота подземного караула представлена военнослужащими отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота. Заводы своей истории соединение прошло славный боевой путь. Командование и военнослужащие бригады успешно выполняют все поставленные перед ними задачи. В парадном строю в трибуне приближается сводная рота офицеров органов управления Черноморского флота, возглавляемая капитаном первого ранга Сергеем Игнатовым. Впервые парадный расчет офицеров ведет под знаменем Черноморского флота нового образца. Торжественное вручение знамени Черноморскому флоту состоялось в конце декабря прошлого года. На марше парадный расчет Крымской военно-морской базы и дивизии надводных кораблей. Во главе парадного расчета командир бригады ракетных кораблей и катеров капитан первого ранга Игорь Воробьев. Товарищая парадная рота учебного центра подготовки младших специалистов Объединенного учебного центра военно-морского флота. Во главе расчета командир роты, капитан третьего ранга Александр Нойман. Чеканя шаг идут парадные роты отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота. Парадный батальон возглавляет гвардии подполковник Александр Бережной. Он награжден медалью за ордена за заслуги перед Отечеством печать. Девиз марксистских агентов: «Там, где мы, там победа». Товарищи, сводная парадная рота дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО. Парадный расчет возглавляет командир дивизии генерал-майор Николай Черепаха. На вооружении дивизии находятся современные зенитно-ракетные комплексы F-70, F-300 и «Панкерет». На марше парадный расчет смешанной авиационной дивизии армии ВВС и ПВО во главе с майором Андреем Львовым. Его дед танкист Виктор Владимирович Львов боялся дошел до Берлина. На марше парадная рота морской авиации Черноморского флота. Во главе парадного расчета подполковник Виталий Шевченко. Заместитель командира полка полетной подготовки. Торжественным маршем проходит парадный расчет отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота под командованием заместителя командира соединения подполковника Дмитрия Титько. Строю идут сержант Рамир Капланов. Его дед Каплан Юсегович Капланов от Руманского флота. Братец старшего матроса Дмитрия Чернова, санитар Алексей Григорьевич Чернов, вынес из поля боя 25 раненых с оружием, 5 офицеров. Погиб 46 человек. Парадный маршал. Идут военнослужащие полка спецназа Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации во главе командира полка подполковником Александром Сидоровым. На марше парадная рота МЧС России, которую возглавляет начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по городу Севастополю полковник Сергей Бурдуков. Парадный строй идет майор Богдан Рабач. Его дед Михаил Николаевич Платонов расписался на поверхностном рейхстаге. Сегодня портрет деда займет свое место в бессмертном полку. Товарищи, будущее военно-морского флота России. Курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Павла Семеновича Нахимова. Парадный расчет составляет заместитель начальника училища капитан первого ранга Михаил Костыгук. По улицам Севастополя батальон проходит под историческим боевым знаменем. В эти минуты на Красной площади российской столицы под боевым знаменем нового образца идут курсанты севастопольские, которым доверено высокое право представить родное Черноморское училище и наш город герой Севастополь в Москве. У трибуны парадный расчет Севастопольского Нахимовского военно-морского училища по главе с начальником училища контр-адмиралом запаса Александром Поповым. Многие из Нахимовских
курсов мечтают стать офицерами, покорителями морей и океанов, занять ходовые мостики боевых кораблей флота. На марше парадный строй отряда юнормейцев Севастопольской школы номер 60 имени Героя Советского Союза Владимира Степановича Филипенко. В руках командной группы Севастопольских мальчишек и девчонок знамя юнормейского отряда. Третий год подряд в военном параде в Севастополе принимает участие отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Дом номер 47 из поселка Армиде. Юнармейское движение стартовало в мае 2016 года по инициативе министра обороны Российской Федерации, Героя России, генерала армии Сергея Шойгу. За юнармейцами следует парадный расчет Международного Олимпийского центра «Артек» в лице участников 4-го всероссийского сбора юных моряков. Знаменная группа несет знамя «Артека». Детская